Приглашаю на сцену молодежное жюри, группа «Твоя дивизия». Посредством можно. Замерли. Бываем все марши. Разошлись. Рано. Никакого предисловия. Поехали. Thank you.
Значит, было чудесно, был чудесный свободный микрофон, и от свободного микрофона, то есть от нас сейчас выступать будет вообще все смс. Волгин Андрей и Ратушная Людмила. Аплодисменты. Песня о большом пауке, его коварной сети и силе великой любви. Жил однажды на свете паук, очень много хотел он иметь. Комаров он любил так же мук, день за днем плел ажурную сеть. Он был мастером в деле своем, правда, жил без любви и в тоске. Насекомых ловил день за днем и скрывался в своем тайнике. Любовь, любовь, ну когда же ко мне ты придешь? Любовь, любовь, без нее белый свет не хорош. Любовь, любовь, невозможно прожить без тебя. Любовь, любовь, надоело мне жить все в гуля. Вдруг однажды в коварную сеть, что соблазнов опасных полна, залетела чуть-чуть посидеть симпатичная муха одна. А когда захотелось опять полетать на свободе одной, не смогла с липких нитей привстать, стала сеть ее вечной судьбой. Поначалу понравилось ей, сеть удобна, приятна, нет слов. Комаров привлекла как друзей, пауку облегчая улов. А паук не спешил выползать, потому как учила его паучиная мудрая мать выжидать, чтоб добиться всего. Любовь, любовь, ну когда же ко мне ты придешь? Любовь, любовь, без нее белый свет нехорош. Любовь, любовь, невозможно прожить без тебя. Любовь, любовь, приходи только нас не будя. Сеть попавшиеся комары представляются ей как друзья, в виртуале сулят ей миры, где для них и вселенная вся. Дарят мухе свои похвалы, лайк за лайком красавицы шлют, все по виду нисколько не злы, но никто ей не скажет «люблю». Вдруг откуда-то вылез паук, импозантный красавец такой. Он, конечно, не доктор наук, но в искусстве затейник большой. Он уже не хотел больше есть, потому что сожрал комаров, а еще соблюдал в чем-то честь и надежду питал на любовь. К бедной мухе паук подошел, трепыхалась она, ой-ой-ой. Посмотрел он, сказал: хорошо, раз попалась, то будь мне женой. Он все нити с нее обрывал, не сводя с тонкой талии глаз, анекдоты про жизнь выдавал, говорил ей: ты выглядишь класс. Стали жить очень дружно они, хоть ругались жестоко порой, потому что он сделал тайник и едой не делился с женой. В остальных отношениях она не имела претензий к нему, нежных чувств и признания полна пауку мужику своему. Любовь, любовь, ну как
когда же ко мне ты придешь? Я так видел, ко мне ты придешь. Любовь, любовь, без нее белый свет нехорош. Любовь, любовь, невозможно прожить без тебя. Любовь, любовь, приходи только нас не будя. Рассказал бы побольше я вам о подробностях жизни семьи, где конца нет счастливым годам, предоставлен любви без лимит. Почему эта муха жива, в небесах совершает полет? У нее есть на мужа права, с паука кровь она тоже пьет. А теперь от лица паука к насекомым другим обращусь, что в сетях зависают пока, потерявшие с Реалом союз. Дорогие козявки мои, не висите бесцельно в сетях, оплетите творенья свои, пребывая в реальных друзьях. Любовь, любовь, я так верил, ко мне ты придешь. Любовь, любовь, без нее белый свет нехорош. Любовь, любовь, невозможно прожить без тебя. Любовь, любовь, осчастлив же девчат и ребят. Спасибо за внимание! Так, значит, я хочу сейчас дать слово Сергею Безрукову, директору школы Высокинича. Высокинчик? Да. Правильно говорю? Да. Где находится музей Булата Жаловича Акуджавы. Сергей вручит приз за любовь к классике. Кому? Вместе, вместе с автором-исполнителем, победителем нашей первой, по-моему, Обнинской ноты и, наверное, не одной, по-моему, еще какой-то, Елена Кеня. Ну, во-первых, хочу поблагодарить Оксану за прекрасные вещи, Оксану Рачкуль, и подарить ей вот нашу музейную. Мы дарим всем, кто вносит вклад в развитие творческого наследия Акуджавы, вот такие вот кружки-сувениры. Оксана, где у нас? Я ей передам. Ну, а помнишь, значит. Передайте, пожалуйста. Значит, ну и пользуясь случаем, хочу всех любителей творчества Акуджавы пригласить в наш музей. Нам есть чем хвалиться. У нас есть личные даже вещи Булата Жаловича, которые передала нам вдова. И сделать там фотосессию возле памятника. Поэтому памятник тоже установлен во дворе школы. Ну а касаясь сегодняшнего нашего, значит, участия, значит, Елена Анатольевна, значит, скажет, кого мы награждаем. От всей души хочется пригласить сюда, на эту сцену, Владимира Черкова. Человек, который сравнительно недавно стал в авторской песне и уже таким вот интересным и заметным. Представьте, вот мы познакомились вот только что после его выступления. Он 3 года назад только начал писать песни. До глубины души тронуло его стихотворение, посвященное другу, и песню, которую он исполнил о небесах. Давайте вместе поаплодируем. Сейчас я приглашаю к роялю и на сцену членов жюри
Юлию Буганкову. Даже не знаю, вот все песни какие-то одинаковые, но потом вы разбавите, да? Автор, а также ведущую мастерской по вокалу сегодняшней Татьяну Винокурову, город Тверь. Всем добрый вечер. Спасибо в Огненской ноте за все. Уходит, предвесенний почуй симптом, ты плывешь, как на пароходе, в измерении обжитом, над домами и без асфальтия, белым лебедем облаков, переполненный благодатью. Ты выходишь из перепугов. Все, что должно тебе, проснувшись, это встраивать голос в хор. Ты прямой и неравнодушный, оправдание и приговор. И теперь, когда солнце светит и кирпич розовато сер, думай, как самому подметить то, о чем говорили все, как по-своему передать и перечувствовать стон и бой, что прожил и перелопатил этой длинной худой зимой, чтоб уверенно громко звучать.
боюсь, обо что не знаю, в одноразовый этот миг, чтоб светилась грудная клетка, потому что уже пора быть правдивым, живым и метким, будь то Кремль или дыра. Дырявой крыши в ночи сурово воет. Домой, когда пойдете, на небо в оба смотрим. У нас там более-менее что-то нарисовалось, но сейчас, выходя из здания, порывы ветра крышу расшатывают, очень шумно и слышно. И на самом деле, просто сами себя поберегите. Я вахту предупредил, они будут каждому выходящему напоминать смотреть вверх. Продвигать будем быстро. Нужно быстро. Быстрее выходить, ну, чтобы нам не разбегаться совсем по домам. Но, господа хорошие, вот убедительная просьба, смотрите наверх, потому что там все-таки кусок остался один, ее может оттуда вырвать. Спасибо. Что-то страшное, может, уже... Продолжу насекомую тему. На одном из фестивалей, где Толя Шенберг? Нет его здесь, да? Толя Шенберг как-то мне сказал, что ты все время на фестивалях поешь умные песни, у тебя же есть классная песня, спой ее, ну как-то неловко. А потом я ее 30 лет пою, и она мне уже так осточертела. Нам нравится. Ну не знаю, может быть вам тоже понравится. Ладно. Вообще, поскольку я эту песню никогда на фестивале еще не пел, то сейчас практически, можно сказать, премьера 30-летней песни. Обычно это все поется у костра, на кухнях и так далее. Над самой водою, а на другом берегу трубач заиграл восхитительный джаз. Про ночь, про вздохи, про луну и все такое. Все к месту, все вовремя, и было бы глупо ждать иной подходящей поры. Еще мгновение до поцелуя, ну хоть комары. Ну надо ж так угадать мой душевный настрой в дюжине нот, плывущих в воздухе легко и сладострастно. Все намекает на то, что пора уже делать решительный ход. Растет давление крови, дыхание часто. Мы то обсудили, о том повздыхали, теперь по всем законам игры настал момент, пришел мой час. Комары! Ну, нате, объешьтесь, чтоб вам было пусто. Первая группа, положительный резус, снял рубаху, налетай. Мне уже все равно, сердце разбито, хоть за меня и новым японским протезом. Джазмен затих, и да, мне давно. Но я уверен,
Возможно, сегодня мы встретимся снова, и эта встреча удастся вполне. Я принял все меры, чтоб ни один комар не подлетел ко мне. Сначала купил в ближайшей аптеке смертельно вонючую мазь. Ни капли моей очень редкостной крови они не сумеют украсть. Еще натерся бензином, что знакомый водитель отрыл мне целый стакан. С тем, чтоб ко мне подползти не решился ни один таракан. И что никто не подлетит, и что никто не подползет, не быть спокойным наверняка. Я этой цели посвятил головку чеснока. Как будем гулять, мы подумаем. Я сейчас хочу пригласить на сцену нашего друга, тоже, хоть и не опенца, но члена творческого коллектива «Оазис», Дмитрия Белякова. Добрый вечер. Юрий Кукин. А вы что думаете? Мне не страшно. Здесь яркий свет, а там внизу темно. И осторожным шагом, а не маршем иду. И все следят за мной. Узка моя небесная дорога, и можно выбрать путь любой другой, и прекратить и оснований много. Страша не смерть, куда страшнее боль. И я спокоен, да, конечно, я спокоен. Нет, нет, я не спокоен, это ложь, но иначе нельзя. Я это понял, важна не цель, а путь, которым к ней идешь. И мне нельзя ни вправо, и ни влево, а только прямо, улыбаясь сжатым ртом, как говорила в сказке королева. Сначала казнь, а приговор, потом аплодисменты и улыбки, и яркий свет, и все мы на виду. Я сделал шаг, оставил мостик зыбкий, и абсолютно тихо я иду. Равновесие в жизни, на канате, на троне, на тризне,
не свалиться в пути, ни в тираны, ни в пасынки черни, и с последней зарею вечерней в это небо звездою взойти. Мне еще раз пускаться душой, чтобы вырасти людям в наставники. Я еще не большой, но уже и не маленький, я не маленький, я не большой. У меня есть несколько новых песен, которые еще ни разу не пробовал исполнять. Может, получится. Который даже не написал еще. Да. Премьера. На театрале под мостках живут герои комедий и драм. Тюрьмы в бассейне сердца свои рвут, их души истерзают хлам. А за кулисами страсти кипят, интриги плетет режиссер. Но бьют барабаны, трубы трубят, мы в них спасать же суфлер. Только в жизни нет суфлера, не нажать стоп-кадр. Только в жизни нет суфлера, не нажать стоп-кадр. Мы с тобою два актера, вся наша жизнь театр. Театр. Ярким пятном станет шапито и зазывает зевак. Клоун нелепый в нелепом пальто, на шутки цена и беда. Зрители в зале, софиты горят, и на глазах нервных дам. Мастер иллюзий второй день подряд перед живым пополам. Перекорение, взор прикован, онемел язык. Кто не фокус, не тот клоун вся. Вечер в джаз-клубе играет джаз-бэнд, сегодня ударит трубач. Будет полон грусти, а диксилент взрыва опасно горяч. В море мелодий обилие тем, импровизации каскад. И незаметно берет меня в плен каждый аккорд каждый такт. Миг восторга, гром оваций, сладостный экстаз. Жизнь полна импровизации, вся наша жизнь — это джаз. Это джаз. Thank you.
и раздает каждый день по утрам, роли шутя наугад. Жизнь как болезнь, где бессильны врачи, горький, но сладостный плен. Все мои актеры, все циркачи, и каждый немного джазмен. Спасибо. Сейчас я приглашаю на сцену представителя жюри Марата Фахрутдинова. Славно, что вы есть, что вы пришли в такую непогоду. В акустический концерт. Именно акустический. Богу, я вас очень уважаю. Спасибо вам большое. И как пожелание, такое произведение на стихи моего друга Аркадия Рогатова. Посвящение друзьям. Друзья мои, не рано ли постарели, отцов своих копируя слегка, и наши жены встали у постели охраною родного очага. В душе нет больше места для иллюзий, за край земли протоптаны следы, мельчают мысли крепче быта узел, все больше надо денег и еды. Прозревшие родные разночинцы, окончившие молодость игру, уставшие ругаться и десниться, дай Бог столовую черную икру. С утра письмо, вечером покой, машину, дачу, видео домой. На отдыхе чего-нибудь такого, о чем ты не расскажешь никому. Дай Бог, и береги вас, Боже, в извечно неустроенной стране, где нуга бредет по бездорожью, надежда в своем пьяном полусне, где покаянно плачет перед прахом, беспечно забывают о живых, и воздух смерть от ладана и страха, настойных на переспевшие лужи. Конечно, мы давно уже не те же наивные и чистые юнцы, и каждый прав, и каждый в чем-то грешен в пределах нашей рыночной цены. Как дождь гребной в ладонь мою стекает, уходит время годы внося, и с каждым днем все больше не хватает молодых, старые друзья, мне молодых, старые друзья. Очень много негатива, и только любовь спасет нашу жизнь. Спасибо вам большое. Мне поручено высоким жюри наградить хорошеньких девчонок. Дуэт «Штрихи». Маэстро.
девочки. Спасибо вам, мои хорошие. Второй пакетик от наших спонсоров. Да, это Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» предоставило нам призы. Но это еще не все. Потому что нам сегодня вы, наверное, дегустировали иван-чай. Да. Мастерская «Иван-чай», «Иван-час», они очень просили, чтобы победитель в номинации «Юный министрель» получил... Передайте мне, пожалуйста. Получил набор «Иван-чай». Замечательно, замечательно, удивительно, Пылина Анна. Вот, еще у меня есть, покажу. У меня спецприз жюри, то есть, то бишь, меня. Я очень... Мне удивительно и очень понравилось, хотя не только мне, но я решил, что приз будет от меня. Это удивительная женщина, удивительная позитивная женщина. Если каждый из нас будет таким, как она, как Юкалова Ольга, вам спасибо. Когда было обсуждение, первый тур был, ну, человек спел, и надо что-то сказать, я говорю, вы знаете, вот, ну, не хочу обсуждать, я просто хочу обнять вас и все. И вот, спасибо вам большое. Я ухожу, но я вернусь. Члена жюри Евгения Исакевича. Здесь это, как принято говорить, крайне, вот, о чем она пробралась в город раньше меня, не грех и спит. Значит, это саундтрек старинной русской сказки. Давай, детка, ищи, тащи, детка, тащи. Огонь не выходит репко, в крепких не кричь, ребят. Ведь папка, ручка, ручка, кошка, ну и, конечно, мы ж за тебя. Мы ж за тебя. Давай, детка, иди. Копни, детка, копни. А сколько ты, брат, сломала под землю к себе гребя? Ну, папка, внучка, жучка, кошка, ну и, конечно, мы ж за тебя. Мы ж за тебя. Ну, мы ж за тебя. Давай, детка, давай. Взрывай, детка. Ты роешь уже десятки лет, а репки как не было, так и нет. Кроты, уверенно, ты правильный дед. Будущее прекрасно, подвиг твой будет отмечен. Пока силен, ого, он роет вперед. Твоя нехитрая сказка будет крутиться вечно. Ликует народ, он любит твой огород.
торчат из земли одни ковали девчонки их теребя. Но бабка, ручка, жучка, кошка, ну и, конечно, мышь за тебя. Мышь за тебя. Постой, оглянись, Леников, вниз, слышишь этот восторженный писк, а это, как водится, мышь за тебя. Водится мышь, а мышь за тебя, мышь за тебя. Стиха награждается Бердутин Михаил. Спецприз предоставлен нашими художниками, мастерами, которых вы сегодня, наверное, видели на ярмарке. За позитив, за все, что мы услышали. Спасибо. Я приглашаю на сцену члена жюри Никиту Дорофеева. Ох, друзья, столько всего хорошего, как я и ожидал. Все получилось, столько сюрпризов. И так, да, крыша сорвала, да. Ну, просто вообще, ну, праздник какой-то. Я спою старенькую такую песню, меня попросили, Таня Винокурова попросила, отказать не могу. Вот, значит, песня, которую писала специально для спектакля, но там литературная основа была никакая, а песни остались, я их периодически пою. И песня такого капитана дальнего плавания, который, естественно, страдает по своей любимой, естественно, никак не может почему-то приехать обратно. Вот, песня называется «Линия жизни». Падает перо на язык волны черной. Падает звезда на ладонь костра греться. Там гудит в тиши эхо вышины горной. Там молчит вода, там стучит твое сердце. Сквозь туман
усталый твой голос. Голос, голос, ветром по листве, следом по тропе, светом по небес. Призме тянется к тебе, просится к тебе, линия твоей. С огромным удовольствием, потому что такие дипломы, знаете, я думаю, что многие мне посоветуют. Значит, итак, Владимир Чирков награждается как лауреат в номинации «Автор». Это не намеренно. Так сложилось, что Владимир во всех номинациях практически проявил себя образцово. Не во всех, а еще недорожный исполнитель. Гимнастика. Поздравляю. Замечательные и стихи, и тексты, и песни. Вот сейчас, пока я вот эти три объявляю, вы будете не хлопать, а вот так вот делать. Вот так вот. То есть вот, Крыша. Да, у нас еще потолок, у нас еще пол есть. С большим удовольствием объявляю к награждению в номинации «Автор» в качестве лауреата Саратов Евгений. Подготовленностью и таким, знаете, примером, как нужно готовиться к конкурсу. Поздравляем! Владимир Поляков, дипломант в номинации «Автор», вызывается. Насчет Владимира у нас были такие непростые споры. Он у нас вообще очень хороший автор, и очень многим понравится. Вот. Но у нас, видите, спасибо, я какие победители. Да. Спасибо. Ой, а как приз можно? Спасибо большое. И Вячеслав Бушуев, дипломант в номинации «Автор». Хотите Гагарина? Гагарина уже была. Дело в том, что у меня есть три хита. Вот по Гагарину один хит я уже спела, осталось два. Вот какой вы хотите? Третий. Веселый или оба? Веселый или лиричный? Оба. Веселый. Ладно, спою. Веселый.
Спою лиричнее, потому что первое слово, оно тоже веселое, я объясню, почему я его спою. Несмотря на то, что я его написала зимой, эта песня, эту песню мы поем все четыре времени года. И вы можете подпевать при припеве, тут нужно подпевать. Распределили мы так.
награждается дуэт «Конте». Дипломат в номинации «Дуэт». Награждается дуэт «Аква Либра», лауреат в номинации «Дуэт». Шикарную голову Ленина. А так как мы с Канте прям передружились, мы смотрим на Ленина, говорим, а вот и Канте предлагает, а давайте призом будет голова Ленина. Вот. Она же пустотела, я говорю, ну вот, мозг дедушки Ленина вынесли, крышу снесло, фестиваль состоялся, ну ура. Кланяться годам. Даже Пушкин был бы на Сенатской, потому что все друзья были там. Даже Пушкин был бы на Сенатской, потому что все друзья были там. Ни вокзалы, ни аэродромы не помогут оказаться нам в прошлом веке перед Белым домом. Даже если все друзья были там, даже если все друзья были там, остается помнить день вчерашний. Жизнь летит, смерть ходит по пятам. Но поверьте, умирать не страшно, потому что все друзья мои там, потому что все друзья мои там. Вот опять стою на том же месте, день за днем, пока не вышел весь. Все сильнее люблю я эти песни, потому что все друзья мои здесь, потому что все друзья мои здесь. Нескончаемые аплодисменты. Я приглашаю на эту сцену Ксению Панасову. Ксению Панасову стала звали дипломантом номинации исполнителей. Да. Ася Замыцкова. Есть такая? О. Награждается дипломом за изысканную музыкальность. Ларисы Мастеровой, которая сегодня у нас играла. Без приз. Кирсанов Олег. Кирсанов Олег. Классное бревнышко за верность традиции. Я не знаю, как... Молодец. Вот
вот еще немножко, и вот тот самый момент грустный настанет. И фестивальная бригантина наша, она уйдет в кругосветку, чтобы через год снова вернуться на старое место. С новыми песнями, с новыми именами, с новыми надеждами. Да, бригантина. Вот и все, держит курс бригантина к берегам Атлантиды золотой. Вот и все, волны смыли картинку, превратив в невидимку край земной. Вот и все, только небо над нами, только сердце там-там и в такт волне. Вот и все, ни куста, ни травинки, ни единой слезинки больше нет. Завтра, окунувшись привычно в старые, как море, дела, мы смиримся с жизнью обычной, с осенью сгоревшей дотла. Нас отважно сменят салаги в поиске штормов и пучин. Лишь над волной дрогнут баштаги новых бригантин. Вот и все, мы уходим все дальше от мазурок и маршей в море гладь. Вот и все, мы уходим, голубо, чтобы жизнь только в губы целовать. Вот и все, только небо над нами, только привкус нирваны колдовской. Вот и все, хулиганствуй и буйствуй, это тоже искусство быть собой. Завтра, окунувшись привычно в старые, как море, дела, мы смиримся с жизнью обычной, с осенью сгоревшей дотла. Нас отважно сменят салаги в поиске штормов и пучин. Лишь над волной дрогнут бакштаги новых бригантин. Лишь над волной дрогнут бакштаги новых бригантин. Опасть. Сложно, все сложно. Диплом. Обнинская нота. Елена Карпович. Дипломант номинации композитор. Евгений Саратов, лауреат номинации композитор. Так, приз зрительских симпатий я приглашаю вручить Оксану Рачкулевну. Честно
вам зрительских симпатий награждается Евгений Саратов. Сейчас я прошу пройти на сцену представителей оргкомитета.